Современный горнолыжный курорт будет построен в Арсеньеве. Решение о выделении финансирования принято по итогам заседания Президиума правительственной комиссии по региональному развитию. 7,5 миллиардов рублей Приморье получит в виде президентской субсидии от Минвостокразвития. Еще 2,5 миллиарда направят из краевого бюджета. Инвестору будет выделен льготный кредит по 4% годовых. Состоялось заседание комиссии правительства Российской Федерации под руководством Марата Шакирзяновича Хуснуллина, на котором рассматривался инвестиционный проект «Белая гора», где необходимо было выделить финансирование банковское с сопровождением дома РФ, что позволяло понизить кредитную ставку для реализации этого проекта. Исходя из всех тех подготовленных документов, а также вклада инвестора, решение комиссии было принято. Поэтому проект получит льготный инвестиционный кредит. Вот. Ну и, безусловно, в ближайшие годы, 2024-2025 год, построить в первую очередь, в последующие годы перейти ко второй очереди. В первую очередь включает в себя 12 километров горнолыжных трасс с искусственным снижением канатной дороги. Вот, то есть с кресельными подъемниками, что весьма эффективно, включает в себя гостиничный комплекс с разными услугами, детскую площадку. Ну и также мы не забываем в том числе о беговых лыжах, которые должны, значит, сочетаться с горными лыжами. И сегодня мы видим, что они привлекают массу людей. Инвесторы – это ребята, те, которые прошли школу «Роза Хутор». Вот, то есть именно они создавали горный воздух на Сахалине. Ну и сейчас мы пригласили их сюда.